Вавилов превосходно умел искать и находить. И не только редкостные растения, целые географические районы, отличающиеся своеобразием культурной флоры. В этих районах древнее земледелие, а значит и селекция, возникли раньше, чем в других местах. Вавилов назвал их центрами многообразия и происхождения культурных растений. Семена и саженцы, привезенные Вавиловым, стали основой генофонда, хранящегося во Всесоюзном институте растениеводства. Здесь собрано свыше 300 тысяч растений с различающимися генотипами. Одной только пшеницы более 25 тысяч разновидностей. Во время войны в голодном блокадном Ленинграде отсюда не взяли ни единого зернышка. Несметное богатство, неограниченные возможности для селекционера.